Уникальный в своем роде и точно незабываемый. В Барнауле во второй раз прошел масштабный проект «Смелость». Начался он еще в сентябре. 751 человек, которые заявились на конкурс, решали тесты и кейсы. На очный этап допустили 100 из них. Здесь их ждали испытания на грани спорта, эрудиции, психологии и менеджмента. Все, чтобы максимально проявить смелость. Не побояться проявить инициативу, рассказать о том, как они могут преодолевать страхи. Второе, смелость – это уникальная возможность для участников, в первую очередь, найти партнеров из органов власти, из предпринимателей. Проект создает условия для того, чтобы участники проявили лидерские качества и управленческие навыки. Оценивает это экспертное жюри – предприниматели, психологи, представители власти. Смелость позволяет не только раскрыться, но и заявить о себе работодателям. После первого проекта в том году некоторые участники сменили работу или обрели смелость создать свое дело. Молодежный проект «Смелость» – это замечательная точка вхождения молодежи в бизнес. Поэтому утверждение, что бизнес только для взрослых, абсолютно неправильное. Алтайская молодежь доказывает обратное. В проекте участвовали люди от 16 до 35 лет. Несмотря на разницу, на конкурсе всех их объединяла одна идея – мотивировали друг друга. Никита Беспалов раньше работал пожарным, сейчас переходит в дизайн. На проекте пробовал себя в роли лидера и сражался со страхами. И не зря. Судьи отдали ему свои голоса. Нужно быть более эрудированным, быть смелым и показывать свое мнение, что ты об этом думаешь. И если ты человек, который знает, что делает, люди за тобой пойдут. Вы позволяете нашей молодежи быть чуточку смелее, чуточку активнее. Кроме гран-при, в конкурсе были победители и лауреаты в 5 номинациях – добровольчество, лидер креативных индустрий, чемпион изменений, молодой предприниматель и общественник года. Проекты молодежные трансформируются, и об этом свидетельствует, собственно говоря, такая атмосфера. Это молодежно, креативно, современно, и, наверное, так и должны на сегодняшний день ребята молодые реализовывать проекты. Кстати, приз 200 тысяч рублей победитель может потратить на свое усмотрение, на учебу или на свой проект или оборудование. Свобода такого подхода – еще одно отличие смелости. Проект реализуется Центром амбиций «Сфера» и Алтайским госуниверситетом при поддержке «Росмолодежь» гранты. Анастасия Драган, Владислав Ковалев. День с толком.